Кишме сотрудники наркополиции пресекли деятельность еще одного наркопритона. Сигнал о том, что в одной из квартир города собираются любители дурманящего зелья, поступил от соседей. На площадке в подъезде стоял неприятный запах. Повсюду были разбросаны шприцы. Во время штурма злосчастной квартиры оперативниками домыслы соседей подтвердились. Хозяин квартиры и двое его приятелей находились там в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли в помещении притона несколько доз уже изготовленного наркотика, использованные шприцы, посуду, различные медицинские препараты и ингредиенты для производства зелья. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.